Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я вам расскажу о жизни Энни Мур до того, как она стала известна. Но если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь и поставьте лайк. А теперь я вам пожелаю приятного просмотра. Детство и юность. Анна Комарова родилась 9 декабря 2002 года. О том, в каком городе это произошло, неизвестно. А живет она сейчас в Санкт-Петербурге. Популярность получила благодаря коротким видео, публикуемым на TikTok. С приходом популярности число подписчиков стало стремительно расти. Соответственно, увеличились доходы звезды интернета. Фолловеры стали часто замечать в аккаунте блогерши видео и фото рекламного характера. Но о детстве и семье информации нет. Но известно, что она училась хорошо и после окончания 9 класса не стала никуда поступать. Как пришла популярность? Популярность она приобрела благодаря своему трудолюбию, симпатичной внешности и коллаборациями с известными блогерами. Ежедневно тиктокерша выкладывала по несколько роликов. Периодически Аня проводит розыгрыши призов для своих фанатов. Условия, позволяющие получить игрушку или сладости от Комаровой, очень простые. Поэтому подписчики охотно принимают участие. И да, кстати, Аня невероятно похожа на американскую тиктокершу Чарли Д'Амелио. Общественность обратила внимание на их сходство в 2019 году. Возможно, и это ей помогло стать более популярной. Личная жизнь. В сентябре 2020 года в жизни Анны произошла неприятная ситуация. Ее парень, Даниил, ушел к другой. Подписчики как могли поддерживали девушку. Собрав силу воли в кулак, Мур даже сняла несколько ироничных видео на эту тему, хотя было видно, что блогерша переживает. А встречались они ни много ни мало 2 года. Комарова спортивная девушка. Раньше вместе с Даней, любителем баскетбола, часто тренировалась с мячом. В последнее время в ее роликах фигурирует другой молодой человек, но имени его она не называет. Настойчивым подписчикам в комментариях представила его просто другом. И да, кстати, недавно она завела свой аккаунт на OnlyFans и активно там работает. И обязательно напишите в комментариях, нравятся вам тиктоки Анни Мур или нет. Например, да, приятно смотреть или нет, подобное творчество мне не интересно. Ну или другой вариант ответа. Ну а на этом мой видос подошел к концу. Если вам понравился он, то подпишитесь и поставьте лайк. Всем удачи, всем пока!